Надеемся, что сумеем вас заинтересовать, и вы поставите нам лайк за наши усилия. Адим объявляет всей бурсе о том, что он внебрачный сын баранов, тем самым официально начав войну. Ответный шаг Фарука производит на Адима эффект холодного душа. Эсма тоже действует своими методами, чтобы спасти репутацию семьи. Когда Сюрей приезжает в особняк, чтобы взять свои вещи и поговорить с Эсмой, но сталкивается там с Бегом. Поведение Бегиум вполне очевидно. Посмотреть 21 серию можно будет после 20 октября.